Они все любят веселиться. Кажется, они уже не помнят ни радости победы, ни горечи поражения. Уже нет разницы, что у нее за титул. Маленькая мисс, вице-мисс или просто участница, у которой и вовсе нет призового места. Городской конкурс красоты прошел, страсти улеглись. Со стороны кажется, что девчонки просто подруги, а не соперницы. Но они на протяжении всех занятий подружились уже давным-давно, то есть почти с первого дня, как только стали заниматься. Надо было просто сделать не 6 победительниц, а надо было всем детям сделать ленточки. Сейчас все участницы конкурса «Маленькая мисс Первоуральск» веселятся на детской дискотеке. Я очень благодарна Оскару Гринату Старковичу, Людмиле Вадимовой за предоставленный праздник детям. Здесь праздничный ужин, детская дискотека. Будут аниматоры работать с детьми. Просто супер. Сначала праздничный ужин, а потом сюрприз. Развлекательная программа была специально придумана для маленьких мисс. Рада приветствовать вас на нашем замечательном празднике. Да вы не представляете себе, как я рада! В гости к девочкам пришла мифическая богиня. Оказалось, маленьким красавицам предстоит небольшое приключение. Наших девочек сегодня ждали очень тяжелые испытания. Им нужно было найти карточки, на которых написано испытания, которые они должны пройти. Сказочная дверь, за которой скрывается тайна древнего Египта. Слышите музыку? Давайте найдем эту ту самую дверь. Первым заданием справились. Следующее испытание – лабиринт. Выход надо найти. А вы знаете, как искать выход? Да. Однако в лабиринте девчонки немножко запутались. Удача улыбнулась первой красавице. Карточку нашла Кира Оржанникова, маленькая мисс Первоуральск. Я нашла карточку. Молодец. Очень приятно, конечно, да, что нас пригласили, как бы, что вот угощение девочкам, они очень рады, да, что вот с ними играют. Дети же любят это все. Приключение подошло к концу. Маленькие красавицы нашли клад, увесистый мешок с жетонами для игровых автоматов. Александра Поддубная, Владимир Махмутов, Интера ТВ.